Насколько в будущем может сказаться на репродуктивной функции варикоцелли? Моему сыну сейчас 14 лет. И как это можно предотвратить, если вообще это возможно? Спасибо. Кристина из Трусковца спрашивает. Не совсем, конечно, тематический вопрос, но, очевидно, волнующий родителей. Значит, варикоцелли – это серьезная проблема детской хирургии. Как правило, варикоцелли проявляются у мальчика во время пубертатного роста, то есть во время старше 13-14 лет. И смысл этой операции, этого заболевания заключается в том, что происходит варикозное расширение вен яичка. Выделяют несколько степеней, точнее 4 степени варикоцелли. Вот. И, как правило, сейчас считается, что первая и вторая степень варикоцелли может не оперироваться, и она, естественно, не несет угрозы для репродуктивного здоровья ребенка. Если у вашего ребенка третья или четвертая степень варикоцелли, то обязательно оперировать, потому что застой крови в яичке приводит к необратимому повреждению сперматогенного эпителия, причем эпителий не восстанавливается никогда, ни при каком лечении, и, конечно, потом с репродуктивным здоровьем могут быть проблемы. Следующий момент заключается в том, что варикоцелли, операция по поводу варикоцелли достаточно эффективна, достаточно легка в исполнении, ну, если ее делает, конечно, профессионал, и не несет никаких угроз для здоровья вашего ребенка. Вот, поэтому, если есть показания к оперативному лечению, то, конечно, нужно прооперироваться и, в общем-то, снять эту проблему.